Приветствую, ребята! Сегодня мы будем играть в группу под названием Mario & Luigi Dream Team Bros. Да, да, снова Mario & Luigi. Хоть я с партнер Сентаем... и... Bowser Inside Story ни хрена не закончил. Ну ладно. Конечно, правая рука, твою ж. И да, игра на русском. Так что вы все поймете, ну и я пойму. Как-то раз... О, а вот и замок Пич. В замок принцессы Пич, что в Грибном королевстве. Пришло необычное приглашение с острова Засыпая. Ее Величеству Пич и верным подданным приглашаем вас посетить остров Засыпая. Мы будем рады видеть вас. Обещаем незабываемый отдых. Губернатор острова Засыпая. Принцесса вместе с подданными отправилась на остров. Не видали они ничем закончить. И, конечно, тут не обошлись без наших бравых парней. Луиджи забыли! Вы Луиджи забыли, мужики! Зацепился, конечно, мужик. Реально, Луиджи хорош. Я понимаю тебя, Луиджи, забыть тебя нахрен. Хотя ты тут второстепенный. О, здорово. Вот мои куточки. Остров Засыпая. Никогда не слышал о таком. Принцесса, у меня нехорошее предчувствие. Давайте вернемся домой, пока не поздно. Это еще кто? Это сам губернатор? Ой, кто это? Да. Здрасте, позвольте представиться. Я губернатор острова Засыпая, профессор Храбштейн, и... Он что, заснул? Пардон, примите мои извинения. Как вы, наверное, уже поняли, я занимаюсь исследованиями сна. Да, и остров Засыпая просто пропитан загадочной энергией, которая уносит вас в мир грёза. Загадочная энергия сна? Какой невероятный вздор! Эй, Прохвост, повернись и объясни, что значит вся эта ахинея. Да, я мог бы прочитать вам целую лекцию, но у нас нет времени. А теперь, прошу, успокойтесь. Расслабьтесь и просто получайте удовольствие от вашего путешествия. Да, эта собака, которая летит с нами, не даст соскучиться. Да, на борту есть еще один пассажир. Очень интересный пассажир. Стоп, какой пассажир? Ё-моё! И вот это пассажир, мужики! Что это такое? О, бля... Ядрида Мадрида, это чё? Ты кто такое? Погнали. Битва началась. Господин Марио, полагаю, было бы неплохо вспомнить боевые приемы. Рассказать вам немного об атаке? Ну давай, тот что. Давайте-ка вспомним вашу коронную атаку. Прыжок. Видите блоки над головой? Выбирайте действия, перебирайте блоки.
Чтобы выбрать действие, нажмите кнопку А. Можно выбрать, кого из врагов проучить. Правда, враг всего один. Просто нажмите кнопку А. Господин Марио, вы на верном пути. Выберите действие, а потом выберите цель для атаки. Запоминайте действие. Оу, это еще что? Что за... Что за дичь? Нифига себе атака. Так. Все. Так, это и все? Реально, это и все? Реально, это и все. Это и весь босс. Охрененно. Ё-моё! Чё это сделало? Короче, все, мы падаем, мужики. Мы падаем, твою ж мать. Тотфорд где-то в текстурах шарика Тотфорд где-то в текстурах держабля застрял. А вот и остров засыпая. Ага, губернатор, зашибись. Ну, зато по верному курсу идем. Правда, мы падаем, вот в чем прикол. Нам капсды. Ё-май! Стоп. Мы еще один корабль выломали. Мы корабль еще один выломали, мужики. Как мы прилетим обратно? Луиджи, Луиджи, мужик, успокойся. Луиджи, ты что, опять вырубился? Неудивительно. Все это было похоже на настоящий кошмар. Эй, мы наконец добрались до острова Засыпая. Луиджи, дружище, проснись. Да, наконец-то мы добрались. Наверное, первым делом надо здесь осмотреться. О, блокер. Добро пожаловать на остров Засыпая. Мы ждали вас. Позвольте проводить вас в замок Засыпая. Минуточку, уважаемая. Губернатор острова, профессор Храпштейн, не так ли? Так вот, принцесса Пич решилась на дальнюю дорогу ради встречи с ним. К чему-то я. А к тому, что он мог бы нас и лично встретить. Прошу, Тотфорд, не будьте занудой. О, простите, я и правда забыла. Надо было сразу вам сказать. К сожалению, профессор Храпштейн сейчас отбыл по делам. Он путешествует по всему миру и рассказывает о красотах острова, чтобы привлечь туристов. А посему он попросил передать, что не сможет в ближайшее время встретиться с вами. О. Следуйте за мной. О, как же тут здорово. Вперед, ребята. Зашибись. Привет. Думаю, вы уже знаете, но для перемещения используйте кнопку движения. А чтобы прыгать, нажмите кнопку А. И еще, видите значок в правом верхнем углу экрана. Обычно там находится значок прыжка, за который отвечает кнопка прыжка. Кнопка А, верно? Но смотрите, если подойти к персонажу или указателю, значок изменится. Вот так, нажмите кнопку А. Если нажмете ее, когда значок вот так, то начнете диалог или прочтете надпись. Поговорите с окружающими. Ну же, Луиджи, хватит дрыхнуть. Эх, он спит мертвым сном. Но не волнуйся, мы его разбудим, рано или поздно. Давай догоняй своих. Правый борт, все системы в норме. Левый борт, все системы в норме. Полная готовность. Уйди, братан, иди. Заснул реально. Это храподром. Сюда прилетают со всего мира. Так, ну все.
Луиджи дрыхнет. А я, ёпарас, Луиджи дрыхнет, а я хожу. Ахри. Простите, не уделите мне минутку внимания. Опа. Я просто хочу показать вам, вам нашу удобную систему сохранения. Эта система поможет вам сохранить лучшие воспоминания о нашем острове. Простите, но... Да, вы понимаете, у меня всякое происходит. Вы ведь впервые на острове Заспая? Позвольте мне объяснить вам, как пользоваться сохранением. Ну давай. Пожалуйста, посмотрите на сенсорный дисплей. Угу. Видите большой значок S и надпись сохранение, и надпись сохран? Ага, вот здесь. Коснитесь значка, чтобы... Коснитесь значка, чтобы сохранить текущую игру. Кроме того, если вы ударите такой вот блок, то также можете сохранить игру. В путешествиях всякое бывает. Но если почаще сохраняться, уверяю, у вас не будет проблем. Поверь мне, женщина, я сохраняюсь чаще, чем кто-либо другой. Так, своевременное сохранение — залог беззаботного путешествия. Воды. Пить. Стоп! Человеки! Вы хотите посетить замок Засыпая? Вы хотите? Монетки? Стоп, там даже бобовые здесь. Вы ощущаете? Восхищение? Начинай уже. Тогда мы начинать. 612-я. Остров Засыпая, Засыпая, викторина. Господи, блядь. Вот и все. Вот и все. Нам промедлять. От викторины для костей острова. А я ваш ведущий, мадам и месье. И я же ваш экскурсовод. Квадратный парень с золотой загар. О да, всегда на... Всегда ваш месье Дюблёк. Добро пожаловать, прелестный принцесс Пич. И вы хотите... И вы... Хоть вы и не прелестный. Хо, ага, вы месье, красный усатый месье. О да, Монами, мне кажется, вы и я уже встречались раньше. Но это все ерунда, excuse-moi. Время начинать игра. Вы ждали этого? О да, тогда попробуйте дать верный ответ. Но, Монами, не бояться ошибок, никто не наказывает вас за ошибку. Вы просто указать забавные вещи об этот остров и может выиграть пару монеток. Мадам и месье, разве это не самая замечательная встреча на свете? О, прелестно, как весело. О да, настоящее веселье, приключения начинаются. Затравка для туристов. Засыпай, викторина! Я задавать вопрос, если ответ «да».
вы говорите, вы блоковод, который стоит на знаке галка. Но если ответ нет, тогда вы говорите блоковод на знаке краст. Вперед! Викторина начинается! Первый вопрос. Этот остров называется остров Засыпая? Вы выбираете, на какой знак хотите перейти и говорить с блоковод... С блоковод... Сильвупле. Да, конечно. Тод, ты чё творишь, мужик? Вы уверены? Ну да. Да! Не повезло вам. Один из ваших умов. Вы оказались прав. Это и есть уже... Это и есть остров Засыпая. За ваш побед я давать вам эта награда. Зашибись. Получено 5 монеток. Неплохо начать игру, да, месье? Хорошо, идем дальше, господа. Второй вопрос. Вопрос номер 2. Губернатора острова зовут профессор Хрюкштейн. Нет, не Хрюкштейн. Теперь, месье, выбирать. С блоковым. А! Да! Губернатора острова на самом деле звать профессор Храпштейн. Верный вопрос, месье, и вот награда. Снова 5 монеток. Викторина завершаться. Я надеюсь, вам будет весело, господа. Мы снова встретимся в замке Засыпая, Монами. Арвуар, путь недалек. Искренне ваш, месье Дюблёк. Ошибись. Он прав. Нам пора бы уже посетить в зам... Поспешить в замок Засыпая. Стоп, а Луиджи так до сих пор дрыхнет? Ща проверим. Дрыхнет. Просто зашибись. Ладно, в замок Засыпая бы... Ладно, в замок Засыпая по-бырому. О, вот столько ж. О, тут просто потрясно. Да, мужик, это просто потрясно. Опа, Дюблёк. О, месье Марио. Замок Засыпая находится там. Блоковода ожидать вас с нетерпением. Прошу, месье, не теряться по дороге. Месье, быстрее спешить. О, да, я вас поторопить. Месье, будьте же быстроног. Я удаляюсь, ваш Дюблёк. Дюблёк, ты уже задолбал произносить свое имя. Так. Так, погнал. О, вот. Не понял. Ха-ха. Дюблёк? Вы впечатлять меня. Так далеко зайти. Ваш дух удивлять меня. Но пройти золотые деньги, Монами. Время ужинать, и ужин здесь вы. Что? Что за безумие? Да, Дюблёк, какого хрена?
И что-то весь фиолетовым дымом... И что-то весь фиолетовым дымом дымишься. О-хо-хо-хо-хо! О, да! Для этого мы приводить вас сюда. Вас скормить ужасным голодным чудовищем. Вуаля! Нифига себе чудовище. Они изголодались. Ой, как они голодать. Уважаемый, вы сошли с ума. Нон, с ума сойти, вы. Я повторять, вас сейчас сожрать чудовище. Уважаемый, вы, должно быть, шутите? Нет, нам шутить. Вы бояться и ужасаться. Всех сожрать, жадные чудовища. Голодные звери насытятся. О-хо-хо! Принцесса, надо бежать! О, очнулся мужик. Плохое чудовище, не прыгать. Плохо, чудовище, вести себя хорошо. Хо-хо! Господин Марио! Марио, берегись! Ах ты ж дюблок, скотина! Господин Марио! Как видите, бой начинается, едва вы касаетесь врага. Немедля прыгайте на этого грубияна! Как его хоть зовут? Валунба! Погнал! Ещё удачи, неплохо. Видели ли вы цифры, которые появились в момент атаки? Это количество нанесенного вашей атакой урона, господин Марио. Когда вы наносите врагу урон, количество ОЗ, то есть очков здоровья, у врага уменьшается. Так что, нанося урон раз за разом, вы одолеете любого супостата. Господин Марио, вы ведь не разучились драться? Давайте я подскажу, как нанести побольше урона. Нет, я и так знаю, мужик. Ну, разумеется, господин Марио. Я вас ни секундочки не сомневался. Ищи удачу. Да когда эти звали уже? Потрясающий прыжок! Само совершенство! Бан и Бейлин. Не понял. Ах ты ж чертюга. Господин Марио, враг приблизился, чтобы нанести свой удар. Однако вы вполне можете избежать неприятностей. Может рассказать вам, как уклоняться от врагов? Нет, я и так умею. 3 игры как бы прожил. Что ж, замечательно. Пожалуй, пойду отдохну. Болею за вас. Не в этот раз, Валунба. Блядь, ты чё? Такой же, как Гумба. Господин Марио! О да, уклонение от вражеских атак бережет ваше здоровье. Изучите повадки врага. Как он нападает, и прыгайте вовремя. Такс. Бан. Все, победа. Чё, ну реально, было немного дольше. Было долго немного. 3 ОЗД. Господин Марио, вы просто мастерски одержали победу. А за победу вы получаете ОО, то есть очки опыта. За эту схватку вам дали 3 ОО. Флаг вот здесь поднимается по мере получения вами опыта. Давайте поглядим, насколько он поднимается сейчас. О, что-то не особо поднялся, я посмотрю. Вот, потому что и надо громить врагов всегда и повсюду, да. Да-да, всех победить. Чтоб никого не осталось. Все ради этого флага, сэр. А когда флаг поднимается до самого-самого верха, ну, чтобы это случалось почаще, за сим отклоняюсь.
Удачи вам! Черт, я бы мог бы второй уровень сразу получить. Ну ладно, пофигу! Что все это значит? Он же не собирался скормить нас чудовищем. Но если так, то мы в беде, принцесса. Господин Марио, события принимают опаснейший, позвольте сказать, оборот. Крепкие парни останутся здесь со мной охранять принцессу. А вы сбегайте вперед и проверьте, что к чему. Договорились? Так, ладно. Пошли к Дюблоку. Дюблок, твою ж налево, что ты сделал? Ага, наконец-то вы приходите. Я слишком долго ждать. Все проходить не совсем по план. Все проходит совсем не по план, немного раньше, нет. Но этот мелкий неприятность только подогревать мою ярость. Ты серьезно, я с этим уже дрался? Воля! Это чудовище сильнее и куда прожорливее. Готовьтесь стать обед. Все завершится тем, что вас сожрать. Вперед! Кусать его! Встать! Сейчас же, ленивое чудовище! Нам спать! Господин Марио, не уступите момент. Не упустите момент. Враг не нападет, это шанс. Начните бой, ударив первым. Если повезет, вы нанесете врагу повреждение до того, когда идет до рукопашной. Бан. Два. Вы что, издеваетесь? Господин Марио, если вы прыгаете на врага первым, еще до начала боя, то вы нанесете урон сразу же. Вот. Эту-то мудрость вам неплохо бы и запомнить. Мужик, я запоминаю все нахуй. Ой. Чоп! Это что сейчас было? Господин Марио, лиходеи, нападая, открываются для контрударов. Вы можете проводить контратаку, когда эти чудо-юдо нападают. Рассказать вам о контратаках? Нет, тоже перебью, перебью. Что ж, как и ожидалось. Вперед, господин Марио. Бан. Контратак. Все же быстро. Бан. Господин Марио, больше мне сказать нечего. Что ж, оставляю вас. Бан просто. Ну а чё, пока придется так. Луиджи пока в отключке. Дальше ничего не остается. Да, реально. Так. Тут будет несколько ошибочка, но спектакль понравится вам, да? Ахух, как понравится, тюк. Это что, все понарошку? А как же иначе? Это будет один из многих сюрприз, который мы подготовите для вас. Мы удивлять вас, да? Обед для чудовищ. Уф, отлегло. Я уж думала, нам конец. Ха-ха, на этом и рассчитывать. А теперь вперед. Ну и слава богу, Дюблок. Замок засыпая прямо перед нами. Un moment. И мы уже там. Следовать за мной. Наконец-то мы добрались. Марио, если бы не ты, кто-то сюда мог бы не добраться. Минуточку, а как там Луиджи? Правда, ваше высочество, мы ведь не видели его с тех пор, как покинули Краподром. Может, он еще спит? Марио!
Докладываю о состоянии Луиджи. Он спит как убитый. Наши лучшие тоды работают в команде по пробуждению, но пока безрезультатно. Впрочем, рано или поздно мы его разбудим, так что можете смело идти вперед. Ха-ха. Вот так. Ха-ха, вот так лежебока. Ну, пойдемте. Ну, погнал. Стоп, я верхнюю часть не могу пройти. Дайте мне пройти верхнюю, да, блин. А вот и дюблок. Нифига себе, остров. Точнее, замок. Реально, замок ничего так. Добро пожаловать, бонжур. Добро пожаловать в замок засыпая. Вы радоваться и веселиться? О, я видеть это по вашим лицам. Ну, вам и правда удалось нас впечатлить. Нас впечатлить. О, монсер и принцесса. Ваши слова приносят мне огромную радость. Мое сердце парить. Мои мечты сбываться. А теперь вы проходите в замок. Вы проходите в замок. Сильвумпле. Вперед! Ого, Луиджи очнулся, мужик. Господин Луиджи, вы опоздали. О, я рада, что ты все-таки успел добраться сюда. Мы уже опасались, что ты не придешь. О, да. Месье Луиджи тоже проходить викторину на пути сюда. Не так ли, месье? О, я не ошибся. Так, месье Мара, месье Луиджи. Вы выиграете немного монеток на викторин, да? И сколько же монеток вы выиграете? 10. О, 50! О, вы вдвоем выиграть 50 монеток! Ну это, я считаю, небольшая сумма. Не хотите ли вы сыграть в маленькие игры, чтобы дополнить для кошелек? Прежде чем беседовать ответ, помнить. Этот игра очень веселый и простой. Почему бы нет? Может попробуйте? О, моншер, милая принцесса. Она так быстро все понимает. Ну что ж, как говорить, время деньги. Так что начнем игру на монетки. Итак. Ёпа, баран. Это что? Месье Мара, месье Луиджи. Вы ударять блок по очереди и поднимать платформа. Месье Мара, ударять красный блок, нажимая кнопку А. Месье Луиджи ударять зеленый блок, нажимая кнопку Б. Вы ударять блок по очереди и поднимать платформу все выше. Чем выше подниматься платформа, тем больше умножатся ваши монетки. Если вы поднять ее на самый верх, брать особый приз от месье Дюблёка. Так что вы ударять блоки по очереди, поднимать платформу как можно выше. Погнали, мужики. И вот мы начинать игру на монетки. Старт! Погнали. Ну ладно, пошли. Игра завершается. Монетки X 2,5.
Ну, неплохо, вы хорошо играете. Вы начинаете с 50 монеток. И мы умножать это число на 5,5. Итак, теперь у вас 125 монеток. Зашибись. Только что? А, да. Ну, зашибись. Игра на монетки завершается. И вуаля, приз за участие. Я настаивать, месье. Прошу, вы получаете этот гриб. Спасибо. Месье Марио, месье Луиджи, отличная работа. Что ж, мы заканчивать игра в замок, месье. Спешить пора. Благодарю я всех игрок. Навеки ваш, месье Деблёк. О! Ой, тут так много интересного. Даже не знаю, с чего мне начать. Смотрите, золотинка. Принцесса Пич, Тодсворт. Тебя тоже пригласили на остров? Ага, я здесь представляю звездных духов. И поверьте, я уж постараюсь. Ну да, конечно, ведь... Ведь она сама звездный дух. Хо-хо, ну конечно. Ты вся такая же непоседа. Марио? Сколько лет, сколько зим? Я не видела тебя с тех пор, как закончилось наше прошлое приключение. Думаю, принцесса Пич очень рада, что ты рядом с ней. Ой. Привет, Луиджи. Давненько я тебя не видела. Здорово, что и ты тут. Сказала бы я, но... Ты только посмотри на себя. По тебе будто каток проехал. Тебя что, уже успели ограбить? Ты ведь только-только приехал. Что с тобой случилось? Ой-ой, excuse me. Похоже, вас ранить, досада. Возможно, стоит использовать тот гриб, что я вам давать. О да, эта идея быть весьма неплохой. У вас же есть гриб, верно? А как его использовать, вы знаете? Знаем. Точно? Может, быстренько напомните, как это делается? Не надо, я все знаю. Ну ладно, главное не забывайте поправлять здоровье, когда мало уже. Итак, человеки, я говорить вам вновь. Добро пожаловать на остров Засыпая. Этот замок Засыпая, вы погулять по нему. Да-да, погулять, посмотреть, поболтать с местным персоналом. И смотреть экспонаты, о да, узнавать все об этом острове. Вы узнавать все об этом месте, капля за капля. И тогда вы понять, как лучше проводить время в этот райский местечко. О, и кстати, не забывать, как это ля магазин дю сувенир. Ходить по магазин, смотреть сувенир. Когда вы вполне нагуляться, месье, скорее возвращаться ко мне, сельвупле. Простите меня за жалкий слог. Петь как могу, месье Дюплёк. Прекрасно, давайте погуляем и осмотрим этот замок. Так, сохранить. Ладно, на этом мы и закончим. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Пока.